Здравствуйте, меня зовут Рыжова Надежда Борисовна. В следующей своей лекции я хочу вам рассказать о штрафах с поставщика, которые начисляются в рамках закона о контрактной системе. Мы поговорим об основаниях применения штрафов, о размерах штрафов, которые установлены постановлением правительства, об основаниях освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта и о правилах списания санкций. Смотрите на видеоконсультанта.